Бой Хирамагомедов-Слепенко. Сможешь посмотреть на нашем канале сразу после его окончания. Так что подпишись, чтобы не пропустить. Ссылка на бой будет в описании. Но я тебе сейчас расскажу, во сколько начнется турнир, где и как его посмотреть. Ставь лайк и погнали. Здорово, бойцы, уже в эту пятницу состоится очередной турнир ICA, и начнется он в 17:00 по Москве. А все самые интересные бои сможешь увидеть на нашем канале в виде обзоров сразу после окончания турнира. Так что подпишись, чтобы не пропустить. Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ICA и в их соцсетях. Ссылка на все в описании.